С какого времени он с Мухаммадом жил? Мухаммад сказал, что 10-15 дней назад. Мухаммад Катичала, Синдаги Карвида, Катичала, около месяца вместе, 15-20 дней где-то около месяца жил. Зоны работ конвоя не нарушаем, вопросы не задаем. Смотри, вот в этих окрестностях выкинули или там под Москвой вы его кинули? Мои друзья выкинули, их спроси. Не, когда они выкидывали, ты же видел, как они выкидывают? Крайне. Все, пожалуйста. Да, да, да. Готовьте тогда пишущую прессу, которая будет заходить на процесс. Он застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему в Казани? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За деньги? Да. На колени ставь. За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. В аэропорту дали? Да. А насколько дали времени? Как он оформился, как трудовой или как туристический? Ну, я тысячам более чекаю.